В этом году «Амгаз Слобода» отмечает свой 370-летний юбилей. К этой знаменательной дате амгинцы уделяют много внимания и труда к благоустройству села. Строятся новые скверы по программам «Тысяча дворов» и программе поддержки местных инициатив. При въезде в село будет сооружен новый монумент на тему прибытия русских в «Амгаз Слободу» и 350-летия хлебопашества. На улице Цикунова на днях начнется работа по бетонированию дороги и заливке тротуара. На площади Слава идет работа по заливке тротуарных дорожек и бетонированию площади. На площади, значит, это тысячи квадратов 10-сантиметровых бетонных, значит, покрытий. Мы работаем неделю. Это не просто бетон залитый. Здесь залито 350 марки бетон. Он когда застынет через 3-4 месяца, или если уже зима будет, он будет отшлифован. А когда он будет отшлифован, он будет совсем другой. Много, значит, очень много местных ребят, которых я научил, значит, к работу. Я не только, значит, делаю бетонные работы, я делаю любые строительные работы я делаю. И у меня только работают местные ребята. Я других не нанимаю.